И здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и сегодня я снова играю вот в эту вот игру. Снова буду играть за себя самого. Макс versus Sam and Ryu. Интересно, интересно. Такое вот название, тип, такое чувство, как будто авторских прав, чтобы не было. Что у нас? Мультиплеер. Еще пока нету его. Автор мистер Дюди, также известен как Вайти Алексеем. Сюжет появился, давайте почитаем. 2022 год. Ютуберы Максимадзе и Эндрю Сэм поспорили, кто же из них... И не хватает. Кто же из них победит? Тот может заставить другого сделать на YouTube-канале, что захочет тот, кто победил. Понятно. Андрюха согласился, но с условием, что боссом будет он. Он выбрал локацию. Но так как у него в городе нет звука записи, ему пришлось отправиться в город Максима Артемова. Но так как у него часто ломался автомобиль, вы можете придумать сами, как он приехал или прилетел. Он поселился в отеле на полнедели, взял с собой все нужные ему вещи. Перед этим тщательно планировал. А возможно и нет. Возможно. В общем, он уже закончил играть в этот Cuphead. Так знал, что делать наверняка. На договоренное время Максим пришел, точнее, приехал в студию, взяв при этом все нужные для него вещи. За несколько минут или десятков минут он пришел по коридору к нужной двери. Но перед тем, как войти, он начал доставать свои вещи. Тогда ему позвонил Алексей. Точнее, Леха с канала «Чё хочу, то врачу», которого вы, наверное, знаете, пожелать удачи и поддержать. А что было дальше, мы сейчас узнаем. Обновление с 7 по 20 августа. Хорошо. Скорее всего, Леха, кстати, в этой игре тоже появится, но немного в следующих обновлениях. Видимо, он будет в мультиплеере. Это очень прикольно, вообще угарно будет, если его туда добавят. Спасибо за поддержку. Да не благодари. Жаль, тебя нету тут. Не было возможности приехать со мной. Раньше не было непонятно, с кем я разговаривал. Ну вот. Почему у меня поменялся костюм? А. Так, теперь анимация ходьбы нормальная появилась. Только вот почему вперед-назад, а костюм другой совсем. Появилась возможность подключить геймпад, но я не могу сейчас это сделать. Он разрядился у меня, не успел зарядить. Короче, управление здесь написано. Давайте пойдем. Ну, то же самое, это не тут ничего не поменялось в этой сцене. Cuphead, блин. Cuphead. Да. Ну давайте. О! Так, насколько я помню, надо кидануть этот коктейль. Леха, конечно, офигел, когда узнал, что коктейль этот стал очень настолько популярным. А Витек, я не знаю. Витек, наверное, не знает. Я не видел его с того... Я Витька не видел с того момента, как мы сняли ролик про чемпионат по поеданию шаурмы на скорости. Я не видел его с того момента. Ай-яй-яй-яй-яй! Как в обзоре мобильного Марио вот этот момент был. А, вот это вот было. Да, это прикольно, конечно, было. Так, автор сказал, что его не стоит атаковать, когда он руки поднимает. А.
Но можно восстановить хп, выпив сок. Лучше стоять вот здесь. А, здесь, кстати, рубашка такая же нормальная. Почему-то в меню был какой-то костюм непонятный. Кофта, наверное, сталь синяя. Стакашечку завал. Не-не-не-не, только не на голову. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, она мне продолжает урон наносить. Да блин. Какой-то у него палец странный, на прыщ больше похож. О-о-о-о-о! Надо еще, кстати, надо, знаете, еще что добавить. Автору говорю. Чё, когда здоровье полностью заканчивается, надо такой звук проигрыша, ну звук смерти. Какой-нибудь такой. Ну или что-нибудь такое надо. Надо придумать, что такое. Что-то надо такое придумать. Стакашечку за вас. Ой. Ой. Ниже, 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 давай. Так, он из той хрени, короче, предмет достает. Ой, стул. Да, из колонки вылетает мусор. Зашибись. А мы тебя обойдем сейчас. Блин, жалко, в ту сторону бить нельзя. Ну, имеется в виду, что можно, только анимации нету такой правильной. Ха, зашибись, я буду его атаковать, короче, с этой стороны, и все. И все, мы его победим вообще на раз-два. Хитро сделаем. Ай! О, победили? Победили, сделали как хотели. Помните, что парировать можете... Я не успел прочитать. О, Nokia 3310! Который у меня нету, кстати, в коллекции. Это что за звук был? Типа и гитара улетела и разбилась. Или там стекло, может, разбило, не знаю. Куда могла улететь? О, а тут звуки погромче. Да давай, давай, подходи ближе. Надо что-то, короче, так какой-то звук такой логичный придумать. Ну давай, иди, чего ты не поднимаешься. Иди сюда. О, отлично, и стой там. Почему он толстый такой, кстати? Ну, зашибись, мы так его и будем атаковать, короче. Так. Не атакуем, когда у него руки подняты. Хорошо, запоминаем. Никакого сока нету, кстати. Ой, пора бежать, пора бежать. Чё ты замедлился, беги. Свечухи кидаются. А, ну есть какой-то звук смерти, но правда... Просто звук гитары. Ай-яй-яй. А, гитара 2 урона причем сносит. Да когда же он подохнет-то? Ну, вот так вот и дохни, короче. О,
изнасиловал, в общем. Короче, как... Как интересно, просто подходим, и он... И он просто берет и насилует до смерти. Как его можно победить? Что-то не получается, по-моему. Слишком много что-то хп у него. Ладно, там кидайся, короче, стой. Потом надо будет убежать, когда он будет вставать вот тут. На, бей, нафиг, бей, 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 бей. Так, продолжай стоять здесь. Ой-ой-ой, беги, беги, чего ты встал-то? Следующее, он свечуху кидает. Джойконы, вернее, от нее. Что ты... Что он еще? Геймпад! Геймпад разбился. Прикольно. И второй геймпад тоже разбился. Сдохни. Ай-яй-яй-яй, почему так много геймпадов? И почему здоровье... О, батарейку кидает. И почему здоровье, кстати, отображается, когда на вертку поднимаешься? Геймкьюбовский геймпад! Почему я не могу их поймать? Xbox-овский геймпад! Ой, он еще и это рикошетит. Еще один Xbox-овский геймпад. А почему он... Вот он умеет ловить, а я нет. Ой! А это что такое? Флешка? Приготовься к чему? Погоди, погоди! Как погоди, время сражения же. Да, хочу сказать, что просто на этом демо опять закачивается. Как, Ден, ты чё, рехнулся, что ли? Да не, мы только в этой версии четвертую стену ломаем. Значит, это последняя демо-версия? Наверное. Или может быть. Алёха появится в игре? А, точно, ты же его не знаешь. Да это мой кореш. Почему мы говорим? Потому что автору было интересно сделать так, чтобы мы четвертую стену сломали. Легче было, да? Чувствую, сейчас демо закончится. Автор точно игру захочет? Конечно, если игра сделана больше, чем наполовину, конечно. И скоро концовки. Эндрюсэм будет следующим. А что будет следующим? Уровень битвы, где сначала кофейку убит, потом разгонюсь за так, что... Наверное, тебя замочу. Прикольная концовка, прикольная. Такая вот игра, мы ее с вами вот так вот прошли. И Леха, видимо, тоже появится в этой игре. Ну, блин, прикольно. Прикольно, кстати, даже если честно. Надо было всего лишь уворачиваться от этих геймпадов, которые он бросает. Он как Вилсаком. Помните, на том стриме мы смотрели Вилсакома, где он раздолбал 3 геймпада? Вот и Эндрюсэма геймпады вот эти раскидал, у него больше не осталось кидаться, ну и все. Ладно, на сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Ждем обновления обязательно этой игры. Подписывайтесь также на мой стримовский канал и на группу ВКонтакте. И всем пока!